Приветствую вас. Для начала я хотел бы предупредить, что все значения вашего сновидения могут быть истолкованы по-разному, в зависимости от ваших индивидуальных особенностей. И, на мой взгляд, то, что я сделаю сейчас, это является всего лишь одной из форм толкования для того, чтобы определиться с тем, действительно ли это подходит для вас. Мне кажется, нужно с вами более плотно пообщаться, вот, и проассоциировать эти самые символы, которые вы видите в своих сновидениях. Я бы сказал, что сон повествует о том, как вы боретесь со своей чувственностью. Я бы сказал, что сон повествует о том, как вы пытаетесь подавить свою женственность, как вы пытаетесь подавить свои чувства, свои эмоции, ну, вот, как вы пытаетесь, значит, сделать главой вашей личности, ну, краеугольным камнем вашей личности, если угодно, именно разум. Что, естественно, крайне негативно сказывается на вас, да, на ваших ощущениях, на вашем комфорте. Ну, психологическом комфорте, я имею в виду, конечно же, и так далее. Вот, и, соответственно, бутылка здесь, это своего рода последнее спасение от подавления ваших чувств. То есть, что-то сделать, отвлечься, чтобы чувства свои не подавлять. Вот, на мой взгляд, интерпретировать это можно таким образом. Это одна из интерпретаций, безусловно, и, возможно, то, что вы видели, означает совсем другое, вот, но, знаете, в чем дело, Кристина, да, нельзя просто взять и описать свое сновидение и попросить его истолковать. Нужно обязать свои чувства и значения, которые есть у вас, в контексте того, что вы видели. Только так. Иначе это просто, знаете, интерпретация будет уже психологом, да, допустим, того, что вы описали. То есть то, что я сейчас сделал, это очень непрофессионально, на самом деле. Ну, я сделал, потому что, как бы, вопрос вы задавали, хотите получить ответ, я понимаю. Вот, но все же давайте постараемся более серьезно подходить к этому вопросу, да. И если вы хотите разобраться, то все-таки предлагаю вам проконсультироваться, пообщаться. Вот, и подробнее изучить, что же вы все-таки видели. Тогда эффекта будет больше. И самое главное, что ваша жизнь, она будет более полной после того, как эта работа будет проведена. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.